Это у нас Анапа и квартирка для съема на улице Горького. Квартирка рассчитана на 4 человека. То есть как бы толпа не нужна абсолютно. Такой зал, балкончик, кондиционер, интернет, ну Wi-Fi в наличии, телевизор. Спальня, спальная кроватка, пылесос, можете пылесосить сами, как говорится. Еще одна спальня на двоих, то есть на четверых квартирка рассчитана. Санузел, то есть ванна, туалет, кухня, посуда, все есть, все в наличии. Кого интересует квартирка, звоните. Вот ключики, ребята. Я вас жду.